Ну, пока вот так, оно еще не очищено. Теперь надо мне нарезать резьбу и засверлить вот эти вот торцы. Перестанок сделать, поставить тиски и засверлить сверху. Пока такая деталь. Из-за того, что предыдущие две ухи я сделал бракованные немножко, и очень туго зажимают. В принципе, если я их исправлю и переделаю, будет все хорошо работать. Вот так она будет здесь ходить. От 0 до 90. Сейчас еще нарежу здесь резьбу М3 и приделаю редуктор. Потом займусь переделыванием этих ушей. Пазы вот эти узкие получились. М5 сюда не влезает. А должен свободно проходить.